Мама в детстве наказывала именно розгами, да, какими-то. Набрала какую-нибудь там тоненькую какую-нибудь штучку. Хворостину. Да, да. И, ну, хлестать, это больно как бы. Ну, без, это не калечит, это не калечит. Ну, например, мы без спроса пошли. Нам когда, сколько там было, по-моему, 3-4 года где-то так было. Ну, представляете, да? Ну, крошечки мы совсем. Ушли практически в соседнее село, как бы, пешком. Да, и с нами сестра наша была, мы ее взяли с собой, брат, короче. Еще дети соседские, короче, мы толпой куда-то рванули. Вот, и мама меня розгами, короче, я помню меня. Меня, не только меня, наверное, ну, всех, наверное, скорее всего. Я просто помню, как она меня, короче, этим тоненьким прутиком, короче, по одному месту.